Для школьников и дошколят были организованы развлекательные мероприятия в Краеведческом музее Забайкальского края, где каждый смог рассмотреть атрибуты шаманов и ударить большой бубен. Для детей постарше сотрудники музея провели познавательную экскурсию, после которой ребята смогли смастерить национальный венкийский оберег. По завершению праздника детям подарили памятные подарки. Тем же, для кого школа в этом году впервые откроет свои двери, были вручены школьные ранцы с необходимыми для знаний канцелярскими принадлежностями. А для взрослых в этот день самой главной наградой стали детские улыбки – добрые, открытые и счастливые.